Рыба, кит, папа рисует. Добрый день, ребята. Кисточки, краски, листы и вода наготове. И сегодня я рисую для вас и с вами машину с семьей. Я бы так назвал — семейная машина. Я нарисую машину с такой семьей, где есть мама, где есть папа, где есть дочка и где есть собака. По очереди начнем поэтапно, как говорится. Рисуем сначала машину. Моя машина будет такая большая, так и нарисуйте ее, такую большую-большую машину, вот так вот. Такая большая-большая, почти на весь лист. Здесь пририсуем колеса. Здесь у нас будет большое лобовое стекло, вот такое лобовое стекло. Ага. Здесь у нас будет капот или радиатор, решетка радиатора такая. Нарисовали нашу решетку радиатора. Здесь нарисуем фары. Парам-барам. Я хочу, чтобы у меня были кругленькие фары. Если вы хотите квадратные, вы можете нарисовать квадратные. И это будет тоже весело. Такие крылья нарисуем в нашей машине. Что же еще есть у машины обычно? Руль? Вы правы, я нарисую руль. Руль. Зеркала заднего вида. И машина готова. Но рисунок не закончен. Нужно нарисовать нашу семью. Семью, если вы не умеете рисовать людей, не переживайте, рисуйте как я. Сначала такие полукружочки нарисуем. У нас будет такая декоративная семья. Такой здесь овал нарисуем. Здесь маленький кружочек нарисуем. И получается три кружочка. И собака будет еще один кружочек. Раз, два, три, четыре. Четыре члена в нашей семье. Папа будет такой с челочкой. У него такой длинный нос и такие глаза. Мы глаза, брови, усики и улыбочка. И такие плечи, большие плечи, потому что папа большой у нас. Здесь руки, пальчики. Вот, супер, папа готов. Маме нарисуем супер челку. И длинные волосики сзади. Начнем маму лицо рисовать с губок. Такая у нас красивая мама получилась. Вау! Шейка и плечики. Теперь дочечку их нарисуем. Дочечку тоже рисовать просто. Нарисуем большие глаза. Чем больше глаза, тем она меньше оказывается. Здесь бантик. И собаку очень просто тоже рисовать. Дочечки. Тарам-барам-барам. Там. Такая собака. Ну что? Согласитесь, это было просто. Дальше тоже будет просто. Увидите. Берем краски. У меня самые обычные краски, которые я купил в магазине. Если вы еще не нарисовали, то поставьте на паузу и продолжите, когда закончите свой рисунок. Теперь так. Основное правило. Я выбираю цвета для фона, для самой машины и для родителей и для дочки. Для фона я выберу зеленый цвет, для машины оранжевый. Если вы выберете цвет другой для фона, к примеру, то вы можете сделать фон машины тоже другой, к примеру, цвет машины. Но у меня будет зеленый фон. Я начну с фона, потому что его немного получается, и он задаст весь тон моей работе. Она уже будет так начата, можно сказать. Так. Пока я крашу, я вам что-нибудь расскажу. Я же вам обещал что-нибудь рассказывать всегда, что-нибудь интересное и жизнеутверждающее. Надеюсь, что жизнеутверждающее. Так, что рассказать? Что на машине я ездить умею. Ну, так как я рисую. Семья у меня тоже есть. Но у меня побольше в ней членов. Так, вот так. И все вот так на переднее место не влезут.
Приходится сейчас пристегивать их, во-первых, всех. Ну и себя тоже, конечно. Так что. Но когда я еду с семьей в путешествие, я очень довольный. Так, нарисуем здесь тоже. Вот тут тоже стекло. Будет обратная сторона, немножко светло-зеленый. Вот тут у нас получается светло-зеленый. Все, с зеленым покончено. Не переборщите с зеленым. Нарисовали. Теперь берем оранжевый. Оранжевого у меня нету. Я его сделаю, вы знаете как. Я возьму много-много желтого. Чуть-чуть красного. И получается оранжевый. Еще больше желтого. И начинаю красить. У меня такой получился оранжевый, но не яркий. Никогда не угадаешь с этим оранжевым. Потому что я зеленым и кисточку плохо помыл. Получился такой, ну, мне кажется, очень даже красивый цвет для моей машины. Фары я красить не буду. Так, все раскрасили. Оранжевая такая. Охристо-оранжевая машина. У меня машина маленькая. А у вас? А у нас противогаз. А у вас? А у нас на кухне газ. А у нас огонь погас. Раз. Да? А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко. И своих котят хотят. Ха-ха. Тут, конечно, стоит аккуратным быть, потому что зеленый может попасть в машину и может быть ай-яй-яй. Ну ничего, я справился. Смотрите, вот так получается вся машина. Я ее ровным слоем покрасил. Но она не очень ровная получилась. Даже, мне кажется, такая живописная машина получилась. Все. Теперь нарисуем вот еще кусочек. Теперь нарисуем желтеньким наши фары. Надо лучше мыть кисточку, скажете вы. Да. И еще не лезть грязной кисточкой в краски. Да. Но это вы скажите любому художнику. Все так лезут в краски, как я сейчас, коричневым. Колесики. Ха-ха, уже мне нравится. Уже хорошо получается. Я забыл здесь еще покрасить. Но мне кажется, здесь он будет желтеньким тоже. Если можно, конечно, другой цвет взять, но мне кажется, он будет выделяться и лучше желтеньким. Чтобы такая стильная машина у нас получилась. О, смотрите, и оранжевый пришел. Так, теперь нужно выбрать цвета для всех наших семейных домочадцев. Домомашинных ячадцев. Папа у меня будет синий, голубой. Ха-ха. Ну, он же мальчик, и все мальчики должны быть голубыми. Вернее так, если вы хотите купить одежду для мальчика, то вы наверняка найдете только голубые. А если вы хотите одежду найти для девочки, то тоже найдете только розовое. У меня мама будет фиолетовая. Такая малина фиолетовая. И здесь у меня заколочка будет еще фиолетовая. А губки? Губки я потом нарисую. Ну, а девочка будет просто розовая. Розовый цвет легко смешать, как я говорил. Берете белый, малиновый и делаете розовый. И вот девочка розовая. И розовый же у нее бантик. Отлично. Девочка готова. Теперь нужно сделать цвет лица. Цвет лица трудно сделать, вам кажется. Да, цвет лица трудно сделать. Смотрите, как я его делал. Я беру желтый, белый, все это смешиваю и крашу. Получается вот такой цвет. Красный, коричневый, все-все. И все в очень маленьких количествах. Получаются такие загорелые мама, загорелый папа. Едут с прогулки. С путешествия. Тут они едут, тут они сидят. Отлично!
Теперь нужно волосы нарисовать папе. У папы будут коричневые волосы. Коричневые волосы. Вот такие коричневые. У мамы тоже коричневые. Фу, вы скажете, все коричневое. Это так скучно. Сейчас увидите, что я придумал. Коричневое. Вот. А потом я возьму светло-коричневый. И немножко сверху покрашу. И у мамы получится классная прическа. Это такое высветление. А потом я возьму белый, желтый и еще покрашу сверху. И получится у мамы даже очень красивая прическа. Ха-ха! Ну а девочки просто сделаем желтые волосики. Так, и руль черненький. Ну, такой не черненький, а коричневый. Аккуратненько. Панельная доска. Здесь у нас панельная доска. И немножечко ободочек. Получается машина. Но закончим наших родителей. Возьмем черненьким и черненьким покрасим им глазки. Здесь надо быть очень аккуратным. Глазки надо рисовать точно. Усики. Носик. Волосики. Глазки. Ой-ой-ой. Один глазик у меня у мамы большой получился. Ну ничего. Красавица. Так. Ну все, вот так вот нарисовано, так, мне кажется, пойдет. Обведем теперь машинки. Машинки дадим немножко красненького. Вот как мы с желтой подводной лодкой делали. Вот так раз. Прям красный, я беру красный и вот так мажу. Получается здорово. Такие фары. Немножко здесь красного. Немножко здесь красного. Здесь. Вот здесь. О, слушайте, я собаку совсем забыл покрасить. Моего Тобика. Мою собаку Тоби зовут. И я забыл его совсем покрасить. Нарисую его коричневым, светло-коричневым таким. Вот так, здорово. Так, теперь черненького. Нет, коричневого. Так, глазки. Лапки. И ушки. Одно ушко коричневое, другое светло-коричневое. Здесь чуть подкрасим. Такие, мамочка, а где же твои губки? Да, сейчас мои губки нарисуем. Слушайте, сначала я думал, это самая простая картина будет, потому что всего лишь надо нарисовать машину, а там трех людей и одну собаку. А получилось, что надо и глазки накрасить. Да? И нарисовать каждому носик, и собаку, и выделить, и все это, да, работа художников, нелегкая работа. Мне кажется, мы уже подходим к концу. Немножко губки маме, дочке, носик красненький. Вот так я сделаю, еще маме глаза подкрашу. Ну все, заканчиваем, скажите вы, заканчивай скорей. И, конечно же, я сделаю несколько бликов на машине. И сзади нарисую такой город. Такой город сзади так едет. Там другие машины едут. Все такое другое. Совсем далекое. Не семейная, там вот работа мамина, там папина работа, тут садик дочки, тут ветеринарная клиника собачки. Нет, у нее клиники, она здорова у меня собака будет. Я еще забыл нарисовать зеркало заднего вида, нарисую вот так вот. Хо-хо, теперь точно машина похожа. Здесь я нарисую такие палочки. Вот, и немножко, запачкаю здесь
Потому что они ездили на природу и запачкали машину, запачкали. На речку поехали, а там ловили рыбу. Там удочки у папы сзади. Вот такая картина получается. Думаю, уже можно заканчивать. Уже можно радоваться, что у нас есть. Я советую, если вы будете рисовать со мной, если вы уже хотите рисовать или думаете, то выберите... Здесь, например, нарисуйте мальчика, себя, или братика, или соседскую семью, чтобы подарить другу такой подарок. Семейный портрет в машине с собакой и колесами закончен. Всем пока, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям и рисуйте вместе со мной. Пока! Рыба-кит, папа рисует. Подпишись на канал, рисуй вместе со мной.